Давайте честно, зачем мы это делаем? Зачем мы делаем это? Покупаем детали, которые совсем не подходят, чтобы сделать их подходящими, и тратим столько денег, которые можно было бы потратить на что-то более интересное. Я уважаю мнение людей, которые смеются над нами и думают: «Вон, смотри на этого идиота, громкий выхлоп, низкая тачка» или «разноцветная тачка». Но мы такие. Для многих это просто средство передвижения, чтобы добраться из точки А в точку Б. Но про эту точку зрения мы полностью забыли. Для нас это больше не средство передвижения. Само передвижение ушло далеко на второй план. Это продолжение нас самих. Этим мы можем показать то, чем или кем мы в реальности можем и не являться. То, как машина смотрит, агрессивность или размер, все это. И я знаю, над чем все смеются. Но вообще это совершенно не важно. Мы это видим, но совсем не воспринимаем, потому что удовлетворение, которое нам дарует машина, гораздо больше. Работа над ней, боль, болт, который не откручивается, то, в чем не автофанат сразу бы сдался. Но мы-то боремся за свою цель. Цель, которая другим совсем непонятна, но если в тебе есть этот ген, если в тебе есть эта болезнь, если ты вдохновляешься тюнингом или самой машиной и ездой на ней, тогда это тебе не мешает.